Так, всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Анна и проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим о пустых баночках семьи Кононовых. Это ватные палочки, 100% натуральное происхождение текстуры, 200 штук, тоже вот закончились. Артикул 910-254, далее вот такая куча мала. Давайте же смотреть. Ну, это, конечно, не все. Мы прям строго-пристрого не просим, чтобы нам прям вся семья вот несла, все складывала. Что-то улетает из салфеток, да, из упаковок. Где-то то в торговом центре выкинется, там с Викуськой гуляет. Зачем этот мусор домой нести? Там выкидываем. Ну, на самом деле, вот так оно накапливается, да, кое-что и дома остается. Артикул 114-34, очень достойные влажные салфетки. Далее, салфетки от пятен. Ну, это прям наш must-have. Иногда такое бывает, что только ребенок сел за стол, уже пятно на футболке. Зачем снимать и застирывать вещь, когда можно просто потереть и все проходит. Артикул 305-52. Очень крутые салфетки. Хвалю их из года в год. Очень много спасли и праздников, и всего. Так, этого уже нет в наличии. Влажные дезодорирующие салфетки 24-69. Для интимной гигиены 20-67. Дальше пошли прокладки. Вот это, наверное, тоже уже нет наличий, но у меня вот завалялись. Я иногда, знаете, могу и 10 штук по акции взять. И когда мы там их вдвоем с Катюшкой израсходуем, я не знаю. Так, они идут 7 капель. Артикул 201-901. Ну, могу сказать, что хорошие прокладки, но недостаточно крутые, как, допустим, прокладки Faberlic. Вот прокладки Faberlic, я прям вот кайфую с них. Они мне очень нравятся. Это у меня старая версия 112-89. И 112-95 ночные. Дневные от ночных отличаются тем, что ночные длиннее, их там 7 штук, а дневных 10 штук, и они покороче. Влажная туалетная бумага, кстати, с собой в поездке ее любим брать, артикул 304-00. И влажные салфетки для экранов и мониторов, артикул 302-49. То есть вот такая вот красота. Далее Викуське мажем ручки, началась зима, 17-01, ей очень нравится. У нее иногда бывает обветривают, трескают, вот что-то такое вот все. Дальше зубная паста 23-59, тоже нравится, она идет 6+, со фтором, но нам уже 11 год, но она бывает, что ест, поэтому мы боимся. Дальше, это мой косяк, уехали в поездку, и у нас теперь ничего не выдавливается, и вот такая вот зубная паста, которая полностью, видите, прямо давлюсь с огромной силой, она полностью засохла, к сожалению. И я решила не мучиться, уже выкинуть. На самом деле хорошая зубная паста, у нее идет тройное действие, и свежесть, и реминерализация эмали. Артикул 2247, ну вот уехали на месяц и оставили открытый, и никто не заметил, не убрал, хотя у меня тут люди оставались. Так, значит, малофтилин, артикул 709-12, разные, видите, крышечки, но тут ничего страшного нет. На самом деле он одинаково действует, одинаково работает, я прям его очень люблю. Это любимый теперь спрей антиперспирант Light, артикул 26-79, эффект до 3 дней. Конечно, по 3 дня у нас не было такого, чтобы мы не мылись, да, максимум там 2 суток, и то связано, потому что с дорогой. Но вообще для людей с нормальным и повышенным потоотделением он идет, пролонгированное действие до 3 дней, очень хорошая штука, 26-79. Так, гель для бритья, очень мне нравится, 25-71, прямо очень-очень. Так, дальше, значит, гель для умывания, это израсходовала его я, и могу сказать, что действительно очень хорошо очищает кожу, артикул 0970, но мне не понравилось, что его вот так очень сложно хранить, он постоянно падает. Вот тут хотелось бы что-то более такое весомое, потому что он густой, и когда ты его кладешь, приходится долго вот так вот остатки трясти, стрясывать, чтобы что-то оттуда получить. Ну вот где-то вот столько остается, добрая половина, да, получается, тут же уже, да, и получается добрая половина остается, и ты уже мучаешься. А вот так ставишь в ванную, приходишь в следующий раз, а он опять уже лежит на боку, потому что упал, потому что толкнули. Поэтому вот тут немножко не продумана густота геля и упаковка. А на самом деле гель просто шикарнейший. Мне очень понравилось, как он легко удаляет загрязнения. Очень хорошо удаляет любой вид макияжа. И, конечно же, это просто мега вау. Артикул 0970. Закажу еще с превеликим удовольствием. Так, у нас закончилось жидкое мыло кошка Малина для детей. И у нас нету жидкого мыла для детей на сайте Faberlic. Вот артикул 23-88, но его нет в наличии, и вообще никакого детского мыла, чтобы просто помыть руки, наличий на сайте нету. Не знаю, с чем это связано, но у меня ребенок, ну не совсем уже ребенок, да, то есть нам 11 год пошел, мы можем и таким вот ухаживающим мылом мыть ручки, но все равно хотелось бы, чтобы детским. Смягчающее мыло с артикулом 28-74 очень классное, с молочными протеинами оно тут в составе идет, и у него просто...
обалденный аромат какой-то вот клубники со сливками. Очень-очень приятный, такой сильный аромат. Очень нравится мне расслабляющее крем-масло для душа. Я не знаю, насколько оно меня расслабляет, артикул 2614, но оно идет с ароматом вот этого мелатонина, который мне очень понравился. Оно идет как действительно как бы расслабляется. И вечером у нас есть, в принципе, вся вот эта линейка. Есть масло с мелатонином, есть спрей с мелатонином, есть крем Dream Therapy, да, с мелатонином. В общем, очень красиво, клево и здорово. Дальше. Скраб. Абсолютная новинка. Первый раз у меня в пустышках. Артикул 2977. Ну, что я могу сказать? Он очень жесткий. Когда я в обзоре говорила, что он нежный, он не нежный, он жесткий. Я когда им скрабировала тело, ну я просто обалдела его силе, мощи. Мне его хватило на 2 раза на все тело. Артикул 2977, то бишь на 2 недели. Я часто свое тело, я белокожая, у меня кожа сухая, я часто его скрабировать не могу. 2977, в общем, скраб для тела, клубничный маракон, мне понравился. Жестко скрабирует, и плюсом ко всему, после него немножко сохнет кожа. Ну, это как бы нормальная реакция после скраба. Да, хочется что-то питательное нанести. В общем-то, очень понравился. Идет 120 грамм. Так, дальше. Дальше у нас с вами идет с артикулом 0197 маска для волос Морошка, которая увлажняет, питает волосы, действительно так, придает волосам силу, блеск и предотвращает появление секущихся кончиков. Вот насчет этого не скажу, потому что у меня Катюшка и пользуется, и ей очень нравится аромат вот именно этой Морошки. И плюсом ко всему у нее натуральные волосы, которые она, дай бог, раз в полгода пожжет плойкой, и то потому что пошла там на какую-либо из фотосессий. Бежим дальше. ICU патчи. Очень нравится, кстати, лайфхак от меня. Это не мой лайфхак, я его где-то своровала, но не помню уже где, в каких роликах, в каких обзорах. Честно сказать, мне очень понравилось действие патчи, когда я наношу на веки крем, наношу прямо, да, и потом можно сказать, что патчем запечатываю. Абсолютно другой эффект, еще круче. Хотя на самом деле эти патчи, они уже идут как ценнейший косметический ингредиент, который насыщает кожу аминокислотами. Потом, значит, идет комплекс пептидов, экстракт хлореллы. В общем-то, очень сильный состав у этих патчей. Они сами по себе очень хорошо работают. Артикул 0916. Но мне понравилось именно действие, когда я патчи еще кладу поверх какого-то крема для век, и вот он, наверное, там вот лучше действует. Как-то вот я услышала такой вот совет, да, услышала совет в интернете, попробовала, и мне он зашел. Поэтому передаю этот совет дальше. Мне прям понравилось. То есть я не сразу кладу как гель для век, допустим, нанесла или крем для век, а я кладу именно там, помассировала немножко веки, поделала немножечко массажик. Ну, в 40 лет это очень важно, я думаю, массаж, вот этот face fitness. И потом уже, когда все закончилось, когда уже я крем для век нанесла, на декольте, на шею, на лицо, кремы все, после этого я еще кладу патчи и хожу с ними минут 15-20, как в принципе и написано. Вот, очень хороший эффект, еще круче. Прям очень понравилось. Артикул 0916, красота, да и только. Мне очень понравилось вот это увлажняющее средство. Коробочку из-под него я потеряла, но артикул сейчас вот не скажу, к сожалению. Но оно мне чем понравилось? Тем, что оно действительно увлажняет хорошо. И макияж хорошо действует. Это премакияж, можно так сказать. Увлажняющая сыворотка праймер. Очень хорошо на нее все кладется. Перед какими-то важными днями я немножечко другую использую. А если день обычный, то могу и вот эту использовать. Почему? Потому что в дни, когда фотосессия, когда бегаешь бегом, то бывает, ты вспотеешь или еще что-то. Я использую матирующую базу. И она мне тоже очень заходит. Дальше. Вот это средство с артикулом 0222. Это энергетический бустер. Сыворотка антистресс. Она действительно меняет кожу, она действительно подходит очень хорошо к коже, да, такая вот водянисто-маслянистая эмульсия, но действительно сказать, то вот это средство, оно стало для меня как-то вот покруче, да. Оно еще и плюсом увлажняет, вот это все делает. В общем, я не знаю, буду ли я 0222 еще заказывать. Компания Faberlic, что мне нравится, она идет в ногу со временем и совершенствует. Это круто. Да, расходовала я такую вот штучку, артикул 7645, это низ драгоценных масел для ухода за ногтями и кутикулой. Оно смягчает, придает эластичность, замедляет рост кутикулы, предотвращает появление трещин заусенцев. Тут богатый очень состав. Это комплекс масел органы, жожоба, авокадо, миндаля. Оно преображает слабые ногти, склонные к сухости и сколам. Интенсивно питает, укрепляет, стимулирует здоровый рост. У меня, конечно, гель-лак, но я очень сильно это средство полюбила тем, что даже перед любым обзором я вот тут вот это место смазываю, и ноготь уже эстетически более красивый смотрится,
иногда я сижу, смотрю чье-то видео, и, ну, как чье-то видео, да, девочки там обзоры свои снимают, или какие-то ролики по бизнесу, или какие-то истории успеха, я это люблю смотреть, я люблю развитие, и я вот так вот прохожусь, и прям очень-очень мне нравится эффект. Оно идет двухфазное, очень интересное, такое вот красивенькое, хорошенькое, специально, да, тут чуть-чуть оставила, видите, оно сразу же на двухфазку разделилось, тут идет маслице, и что-то вот такое вот розовенькое. Что мне не понравилось в этом средстве, оно долго впитывается, мы долго ощущаем его на руках, даже, наверное, час. То есть вот вы поухаживали, и потом оно держится долго, и чувствуется вот этот жир на руках. Поэтому я его как-то вот расходую тогда, когда мне ничего делать не нужно ни по дому, ни куда-то там, или, допустим, за час до душа, да, я там, допустим, сажусь смотреть какой-то вебинар или ассистирую своих новичков, когда они планерку ведут. И мне там, ну, не нужны супер чистые руки, я наношу только вот на эти места, тут немножечко протираю салфеточкой и пошла в бой, и как бы пальчики питаются. Питательные свойства у них очень крутые, очень хорошие. Даже хочется еще, знаете, вот эти вот перчаточки надеть какие-нибудь из клееночки, да, и чтобы это все пропиталось, проухаживалось, в общем-то здорово. Я маникюр делаю раз в 2 недели, и за 2 недели у меня может отрасти вот столько или даже столько, да, то есть, ну, не пол ногтя, но очень много отрастает за 2 недели, и я, получается, пластину тоже питаю, потому что быть все время с гель-лаком на ногтях, это вредно. То же самое, что все время наращиваете ресницы, наращиваете, и потом свои начинают выпадать из-за того, что все время наращиваем. И тут как раз-таки тот самый момент, что я успеваю, пока ноготь отрастает, поухаживать, да, за началом ногтей, из-за этого они еще растут крепче и лучше, и я могу без перерыва пользоваться гель-лаком, да, вот ко мне мастер приходит, на дом делает. Очень понравилась сыворотка для век, рекомендую, клевая, классная, крутая, она еще была в коробочке, на коробочке был артикул. Ну, вот это вот Miss Skinny, я прям в восторге от нее. Дальше, Global Oxygen, это у нас идет линейка кислородный бальзам, я его наношу везде, какое-то где-то раздражение, я его перемешиваю с малофтелином и Signum One. Вот малофтелин, Signum One у меня еще пока не закончился, но вот это с этим, если перемешать, то это вообще бомба. А если еще Signum One добавить, который стоит 4000 рублей, это вообще очень круто. Заживляет очень быстро и очень хорошо работает вот эта тройка. Что я еще могу сделать? Я могу капнуть капельку этого бальзама, вот такую капельку бальзама, капельку сыворотки, и все это перемешать и нанести верхним слоем на свое лицо. И получится, что я усиливаю действие всех веществ, которые наношу, любой сыворотки, любого крема, потому что вот этот высокий концентрат Новофтемон 2, он как раз улучшает проникновение всех веществ и напитывает кожу кислородом. Поэтому он мне очень нравится, всегда с ним все делаю. Причем из года в год, ребята, вот когда меня спрашивают в комментариях, вы там кололи лицо, вы там еще что-то. Нет, ребята, я не колола лицо. И у меня вдобавок ко всему есть вредные привычки. Я могу выпить и 6, и 10 кружек кофе в день. Я все понимаю, что это очень вредно, но я вам хочу сказать, что да, у меня тоже есть недостатки, я тоже недостатки достаточно хорошо за собой слежу, но чтобы дойти до того, чтобы колоться, я не знаю, я, может быть, в 50 и начну колоться. Day крем SPF 30 у меня закончился, он очень долго заканчивался, артикул 1373. Во-первых, я все время забывала его брать в поездку, где он был нужен, да, как SPF-ка, потому что у компании Faberlic еще отдельно сыворотка появилась, классная SPF 30, я ее взяла, вот, допустим, в Эмираты с собой, а не этот крем. В общем-то, могу сказать одно, кожа от него блестит, но он не сворачивается, не скатывается, хорошо на него кладется, это же дневной крем, да, он, во-первых, действительно преображает лицо, во-вторых, идет эффективные солнцезащитные фильтры, которые препятствуют появлению пигментации. Пигментации я страдаю, иногда она у меня вылазит, залазит, ну, в общем, так, временами, господи, залазит, где такое слово взяла, ну, в общем, вы поняли. И он идет как фильтрат бифидобактерий, который создает на поверхности кожи благоприятную среду для качественной микрофлоры, защищает кожу от повреждений, вызванных световым загрязнением, и также идет масло ши, оно дарит коже энергию на весь день. То есть, как бы, очень хорошее средство, я не знаю, если там чего, если вот так вот только взять. А вот-вот-вот, смотрите, пошло-поехало. Он вот такой вот белесый, но это белесость от SPF-ки. Рука у меня защищена, поняли, да? Сначала сыворотка, потом кислородный бальзам, теперь дневной крем. В общем, у меня рука, прям видно уже, как отличаются, вы посмотрите. В общем, при вас эффект. Тут обычная рука, тут такая рука. В общем, ладно, помягче, получше. Так, дальше.
Гель для интимной гигиены с афродизиаками для чувствительной кожи. Очень мне нравится. Артикул 8722. Балдю от него уже, не знаю, лет 8, наверное. Вы представьте только, да, дату. Вот все время его покупаю. Чтобы в компании Faberlic не выпускали, я все время возвращаюсь к нему. Дальше ухаживающий крем-гель для душа. Вот, ребят, хоть тапками меня, хоть чем закидайте, мне он ужасно не понравился. Запах хлеба от тела во время принятия душа я терпеть ненавижу. Это что-то невероятное. Это вообще, как это вообще могли придумать? В общем, он идет с овсяным молочком, молочными протеинами, артикул 8764. Ну, хлеб и все, какие-то печеньки, хлеб. Вот ты моешься и думаешь, блин, ты помылась или ты в кондитерской. Я не понимаю такие ароматы, хоть убейте. Кстати, он у нас стоял, он ни одному члену нашей семьи не понравился. Я его уже сама домыла, причем я им помылась, а вторым слоем я другой гель для душа взяла, чтобы смыть вот этот аромат. Я всегда два раза мылю кожу, два раза смываю, так же, как и волосы, и понимаю, что вот это вообще абсолютно не мое, и он мне ужасно не нравится. Дальше, артикул 2906, это гель для душа, уход и релакс. Тут идет василек и шиповник. Ну, слушайте, очень классный аромат, приятный, нежный, легкий, кожу не сушит, я прям вот обалдела. А, кстати, Signal One-то у меня кончилась одна баночка-то, вот я про него вам говорила, который 4000 стоит, по моему ценнику. Артикул 158.15, очень крутая штука, им вообще можно все тело годами мазать, только лучше будет. Кстати, там еще какой-то новый пептид у нас выходит от чистоты. Скоро тоже будем пользоваться. Где-то вот прям перед самым Новым годом, после 18 декабря обещали. Так, еще у меня оставалось немножечко от Грим Кармы натуральный крем. Прям 99,5 натуральных ингредиентов. Он идет веганский. И как бы все бы хорошо бы, но... Все-таки в итоге я поняла, что он мне не подходит. Он идет для более жирной кожи, у меня все-таки более сухая кожа. И, к сожалению, мы не очень подружились, но я его так через день, раз в три дня с утра наносила, чтобы дабы дорасходовать. Я не люблю выкидывать все, что я купила. Я уважаю деньги, может быть, поэтому они ко мне и приходят. Я очень уважаю деньги, я не люблю раскидываться. Если мне что-то послано, я считаю, что это нужно ценить. Артикул 6674. Этот крем, скорее всего, подойдет очень хорошо моей старшей дочери, потому что у нее как раз жирная кожа. Тут идет как натуральная косметика на основе масла конопли, это целая большая линейка, это не просто вот этот крем, там есть маска, там есть умывалка, которые мне безумно понравились, особенно летом делать вот эту маску, просто восторг от этой линейки. Но вот этот именно дневной крем, я его наношу, и у меня кожа буквально через 15 минут пищит мало. А он, походу, абсорбирует жирную кожу и сухую кожу, если ее абсорбировать, сами понимаете, что с ней получается. Поэтому я могу сказать, что он 100% как заявлен, он 100% работает, он 100% молодец, потому что он как раз-таки идет на основе вот этой конопли, биосахарида, витамина Е, наполняет энергию кожи, глубоко увлажняет, омолаживает, защищает на протяжении всего дня. Но, к сожалению, это для жирной кожи, я прям в этом уверена, потому что для меня он слишком слабый, я бы так сказала, в плане того, что кожа его еще просит, потому что его не хватает, потому что вот он, скорее всего, для жирной кожи. Хотя омега-369, жирные кислоты тут есть. В общем, рассказала, как есть, надеюсь, вы меня поняли. Далее, мицеллярная вода. Тоже мне не очень понравилось, после нее липнет кожа, все липнет, то есть ее нужно смывать, именно ходить, смывать водой, она великолепно совсем справляется, она попадает в глаза, в мои глаза не щиплет. Артикул 1244, она идет для всех типов кожи, большой объем, очень удобная баночка, потому что 300 мл, но очень долго хватает, справляется великолепно, но когда я снимала обзоры, я просто залипла, вот просто слиплась уже с этой водой, потому что я смывала раз с губ, два потом наносила, новый карандаш на губы, снова смывала, поняла, что на мне просто уже липкий слой вот этой мицеллярки. А, например, мицеллярка от гиалуроники, такого эффекта у нее нету. И, конечно, я ее дорасходовала, и, честно скажу, у меня еще три таких штуки. Я брала по купонам 5 штук, и вот, что первая мне не очень понравилась, что вот вторая, очень сильно липкий эффект, и когда лицо ей умываешь, она прям пенится. Пенится не сильно, это не кидается в глаза, но все-таки, ребят, когда оно пенится, это надо смывать, а не просто протирать ватным диском. Там много чего-то такого моющего, хотя она очень достойная и много кому нравится. Дальше, гиалуроника. Линейка гиалуроника, это увлажняющий тоник для лица 28-21, мой must-have, перешла прям на него, жду большую версию, обожаю его за все. Дальше, тушь 3D Volume с артикулом 5763, одна из моих любимейших тушей, пока не вышла Next Level тушь с таким бежевым колпачком. Вот это была одна из моих любимых тушей, но она у меня уже засохла, к сожалению, но тушь классная и достойная, 5763. Хорошо удлиняет.
объединяет, разделяет, как бы все нормально, но next level круче. Скажу вам так. Далее, обалденный крем, к которому я все время возвращаюсь, и опять он у меня в пустышках. Артикул 1247, это крем для подтяжки и верхнего века. Его нужно наносить и на верхнее, и на нижнее века, небольшое количество. И с помощью аппликатора, вот тут есть такой аппликатор. Так, давайте посмотрим. Ага, вот он, этот кремушка. И с помощью аппликатора поделать немножечко массаж круговыми движениями. Очень хорошо вот лимфа, можно сказать, у глаз разгоняется. Похлопывающими движениями вбивайте крем в кожу, начиная движение от внутреннего уголка глаза к внешнему. Рекомендуемый курс применения не менее 2 месяцев. Ни разу им 2 месяца не пользовалась, всегда покупала что-то новое, ну как бы не дожидалась. И могу сказать, что эффект уже колоссальный, 2 месяца я не дожидалась. Дальше, BB такой вот крем, очень классный. Ну, он уже совсем закончился, я вам хотя бы покажу немножко цвет. Ужасно горький такой, кисло-горький аромат у него, честно скажу. Артикул 1406, но эта сыворотка действительно улучшает качество кожи в разы. Такая вот она клевая, но кто умеет терпеть нехорошие запахи. Она дорогущая еще вдобавок, вот эта сыворотка Апельсии. Корректор глубоких морщин, ужасно нравится. Он у меня, наверное, в каждых пустых баночках, 3071. Это такой вот шприц, очень клевый и классный. Он идет вот по такой технологии, у меня еще ребенок их копит. Я не знаю, сколько у нее их там, штук 30, наверное. Она все копит и копит его. Ну, он совсем пустой, такая белая эмульсия, белого цвета получается. И он идет как альтернатива гиалуроновым филлерам. Но пользоваться тоже нужно как минимум 2 месяца. Я каждый день не пользуюсь, но вижу ошеломительный эффект. Действительно разглаживаются морщинки и так далее. Дальше, шампунь-бальзам. У дочки закончился 26,90, он идет 3+. Ну, скажу вам, нормальный, хороший шампунь. Никаких нареканий нет. Далее, такой вот маленький шампунчик с артикулом 0639. Я привыкла, что морожка — это большой объем. Да, а тут обычный объем 230 миллилитров. Тоже очень приятный аромат, не могу, прям обожаю. Но он идет для всех типов волос. Когда Катюшка им стала мыть голову, у нее очень жирные волосы. Вот как только она на него перешла, я ей сразу сказала: Катя, ты не своим шампунем пользуешься. Это не твой шампунь. Она часто путает для интенсивно очищающей, для жирных волос и вот этот. А этот я беру себе. Он для всех типов волос очень прекрасно справляется и все такое прочее. И когда я его последний раз купила, она его поставила в ванну, я сразу вижу, у нее через уже один день, то есть она сегодня помыла голову, завтра с утра у нее уже все жирное на голове. Он не справляется с жирной головой, но с моей отлично. Артикул 0639. Я везде нормальная. Дальше. Это у меня пользовалась сестра. Она красится в темный цвет. Она у нас тут жила. Мы попросили ее тут пожить, потому что мы уезжали. Просто попросили посмотреть за квартирой. У меня тут девочки оставались генералить. И вот она им пользовалась, старшая сестра. Ну, знаете, очень понравился эффект ей. И она говорит, что она им пользуется уже много-много лет. И он ей прям нравится. Артикул 1893. Она говорит, ну, краситься приходится реже. Цвет волос, говорит, он не портит, но, к сожалению, седина очень быстро отрастает, ей уже за 50, и говорит, что красить голову все равно приходится часто, потому что ей не нравится вот этот ободок из седых волос, который буквально через неделю уже бывает виден, и она примерно раз в 2 недели прокрашивает проборы и примерно раз в месяц красит полностью всю голову. Артикул 1893. В общем, достойная штука. Ну и мой, наверное, любимка, не знаю чем, вкус, цвет, консистенция, сам аромат, в общем-то, все мне гармонирует, все нравится, он мне течет, он клевый, классный, в общем-то, никаких вообще нареканий к нему нет. С артикулом 1899, бальзам интенсивное укрепление, которое укрепляет и полотно волос, и предупреждает ломкость появления секущихся кончиков, то есть такая вот универсалочка для тех, кто любит себя жечь. Далее, любимый шампунь против перхоти No Snow с артикулом 1303, это муж мой очень им любит, с ароматом зеленого чая он еще идет. Плюсом нашла, господи, старющий шампунь, конечно же, я его израсходовала, 77-72 артикул, кстати, нормальный, но вот этот лучше, вот серьезно вам говорю, этот лучше. Это вот такая вот линейка. Я, конечно, честно вам скажу, я в восторге от этого шампуня. Это тоже идет интенсивное укрепление, тоже укрепляет полотно и предупреждает ломкость и появление секущихся кончиков. Возвращает жизненную силу ослабленным волосам, насыщает питательными веществами. В общем, время от времени я им пользуюсь. Артикул 1898. Далее, гель для душа мужа. Это шампунь гель для душа, но у него шампунь только тот, и он его только любит. 1312 артикул. Дальше, пару бальзамчиков восстанавливающих закончилось. Они абсолютно одинаковые.
ламповые, артикул 2711. Очень понравились. Это тоже бальзамы из линейки Blonde Icon, как и та сыворотка, да, которая закончилась. Тоже очень-очень нравится. Дальше пудинг для волос с артикулом 2481. Мой must-have, наверное, постоянно у меня в пустышках. И вот эту тоже уже устала хвалить, честно сказать, да, из года в год. 1890 артикул. Ультраповар с аминокислотами, маска активное питание. Действительно, глубокий уход. Действительно, волосы такие рассыпчатые, блестящие. В общем, вы мне ее видите в каждых пустышках. Дальше гидрогелевая маска для лица. Две штучки. Это абсолютная новинка. Первый раз у меня в пустышках. Хвалю и рекомендую. Это просто бомба во всех отношениях. Улучшает цвет лица. Полностью разглаживает лицо. Это просто невероятная красота. 1384 артикул. Далее B-Royal. Тоже абсолютно новая маска. Тестировали ее тут втроем. Артикул 1574. Одну сделала я, другую сделала Валентина Афанасьевна. Тоже безумно понравилась. В общем-то, я в превеликом восторге. Дальше губка 11999. Вот если вы загуглите артикул, то она такая, знаете, грубоватая, силиконовая, не совсем удобная. Прям не совсем удобная. Потому что она такая, знаете, прям, ну ей хорошо мыть все, да, на свете, но не посуду. То есть такая вот она. Не очень-то подвижная. Дальше колготки. В этот раз я носила на фотосессию. Распечатала новую упаковку. Даже не знаю, есть ли такая упаковка еще в наличии, но мне безумно захотелось вам их порекомендовать. Они идут шортики, ХБ ластовица, прозрачный мысок в размере XL, двойной шов сзади. Артикул у них идут 87-867. Во-первых, светлые, они очень приятные, сливаются с моей белокожей кожей, что мне понравилось. И, во-вторых, они действительно клевые, классные, они крепкие, они очень комфортные в носке. У меня размер XL. Мне очень прям понравилось. Хвалю и рекомендую. Хотя обычно я колготки как-то не это, не показываю в пустышках. Но все, это последний рывок. Обзорище получился длиннющий. Пустые баночки. Ну, во-первых, коралловый кальций. Артикул 157-30. Ну, у меня были гости, поэтому очень много бутылей с водой мы израсходовали. И вот он, коралловый кальций. Дальше, черника у меня муж допил. 157-26 артикул, это глазки. Нейропротектор, это пью я. Очень нравится мне эффект. Я очень хорошо с него сплю. Очень хорошо начала соображать. Артикул 158-29. Кальций. Обязательно всей семьей пьем 157-61. Живица это на сезон холодов, когда человек начинает только-только первый день заболевать по 5 штук 3 раза в день, и он не разболеется. Ну, если это не супер-мега сильный вирус, и иммунитет у человека вообще есть. 157-28. Дальше это я пропила пробиофол для кишечника 158-05. Тут у нас магний идет пару штучек. 158-01. Витамин D3. Сейчас мы переходим на D3K2. У него тоже 2000 международных единиц, а поэтому мы на него переходим, но этот мы допиваем. Артикул 157-77. Далее, иммуномодулятор Forte. Это, кстати, не только оказывается прям фаворит семьи Кононовых, оказывается, мои дорогие, их пьют очень много кто. Вот, например, Валентина Афанасьевна приезжала, она начала болеть, мы начали давать этот иммуномодулятор, и она не разболелась. Великолепно. У него артикул, в общем, у него сейчас новый артикул. Я думаю, что старый смысла нет говорить. Вот тут будет написан новый артикул. Это серые крышечки, это еще старый выпуск. Дальше омега-3. Вот такая куча мала. У нее не совсем высокая дозировка, поэтому приходится побольше пить. Артикул 157-79. Это тоже рекомендация моего врача. Мы пьем по 2 штучки 3 раза в день. Дочка у меня пьет 2 с утра и по 1 после обеда и после ужина, которая 10-леточка. Дальше Q10. Вот сейчас мы его допиваем и, скорее всего, больше не будем заказывать, потому что Q10 и кардиоподдержка от молекулы Форса куда круче состав. Это мне сказала мой врач, поэтому я передаю это вам. Артикул 157-96. Но это Q10 мы допьем. Дальше, значит, секреты Востока. Это пью я. Это тоже улучшает гормональный фон женщин. 157-10 артикул. Тут экстракт черного тмина. Просто загуглите, посмотрите, что такое черный тмин и как это круто. Далее я допила D3 бета-каротин и какой-то ойл, какое-то масло. D3 бета-каротин и какое-то еще масло. В общем, я могу вам сказать, что я допила, да, ну, доверяю компании Faberlic, но что-то вот у меня с бета-каротина, как мне мой врач сказала, у меня началась сыпь. Мне бета-каротин не подходит. Ну, морковка, да, сами понимаете, я, наверное, перебрала. Потом я по одной в день все-таки допила и могу вам сказать, что просто выпила. Вот, то есть это новая новинка, которая появилась, но почему-то потом пропала, ее сейчас вообще в наличии на сайте нету. Но я решила пропить, ну, наверное,
на бета-каротин мне не был нужен. Вот так вот скажу вам. Ну, а D3 он нужен всегда и всем, и без перерывов. Так, значит, витамин С плюс цинк. Пью цинк по 2 штучки в день. Артикул 157-89. Дальше, значит, эндокринная мужская система. Пропивал у меня ее муж. Сейчас эндокринка тоже новая, с новым артикулом вышла. Но мы еще допиваем старые БАДы, потому что мы набрали много старых БАДов. Так, значит, баланс нервной системы. Очень хочу его похвалить. Это просто обалденная вещь, которая до безумия хороша. И тут как раз есть вот этот пасфодин серин, который очень не гармонизирует. Да? Мы его даже отдельно на Вальберис заказываем, вот этот PC-100, как говорится. Комплекс про и пребиотиков. Считаю, что закончила пить. Пила его 2 или 3 месяца, потому что, ну, с перерывами, к сожалению, с перерывами. Поэтому 2 точно пила, вот 3, наверное, я проездила, не взяв их с собой. Но могу сказать, что вещь клевая, классная, великолепная. Действительно, какие-то вот с этого, да, я пила их вместе, про биофол и вот это вот. Помните, да, после антибиотиков. На самом деле, мне мой врач сказала пить еще. Неважно, что ты себя лучше стала чувствовать. Пить надо еще, потому что им же надо там прижиться, а прижиться было негде из-за того, что я пила антибиотики. В общем, там такая система оказывается сложная, ребят. Я прям в шоке, вообще в шоке. Я Лену слушаю, свою врача, нутрициолога, диетолога, и она вообще, у нее 30 лет, и она вообще там педиатр. В общем, она очень умная женщина, и все, что она мне говорит пить, в принципе, оно имеет место быть в моей жизни, и общее состояние организма просто радует, очень радует. Дальше получается кардиосуппорт. Пью его на ночь с магнием вместе, очень хорошо засыпаю, клево, классно. Все серые крышки, это старый выпуск, вы их, наверное, уже не найдете в наличии, сейчас появились новые. Так, вот еще один кардио. Ливер. Это печень. Тоже пили всей семьей. И папе я вот тут 5 баночек отправила. Ливер суппорт, печеночка. И Вижен супер. Это зрение. Начала пить, ребят, и понимаю, что я начала видеть то, чего я уже забыла, что я и вижу. У меня вообще с 4 класса зрение минус 5. Но тут, ближе к 40, я начала понимать, что я начала хуже видеть. Это у нас у всей семьи возрастное, раннее, как вам даже сказать, раннее ухудшение зрения, что ли, да? То есть в 40 лет уже много кто плохо видит и близко, и начинает плохо видеть далеко. Далеко у меня минус 5, это с 4 класса зрение упало, а вот близко начало недавно падать. И, ребят, с помощью Vision Support я этот процесс остановила. Но я его пила где-то, может быть, месяца 3, с перерывами тоже месяца 2. И буду сейчас его продолжать пить. И могу вам сказать, что это просто невероятная вещь. Это очень хорошо. Я довольна тем, что в компании Faberlic БАДы, они действительно работают. Мне очень понравилось. Это контроль сахара, так как у меня диабет 2 типа. Очень давно он у меня. Еще 5, по-моему, лет назад мне его нашли. Ну, у нас просто, видите, с Викуськой проблемы. Я, видать, нервничаю от нервов. Вот у меня выявили его. Конечно же, Викуська очень медленно, грубо говоря, социализируется ввиду с очень глубоким аутизмом. Я, видать, нервничаю, и вот у меня, видать, что-то вот сбилось, что-то вот сбилось в моей жизни. Не оправдываю себя, но действительно нервы как бы не всегда в хорошем состоянии мои, поэтому и биоритмы я пью, и контроль сахара, и сердце пью, в общем, все пью. Могу сказать, что тоже очень хорошо снимает тягу к сладкому, прямо очень хорошо. Дальше кофе «Доброе утро», но я его не пью. Артикул 160-48, мне его пьют хозяюшки по дому, а я люблю пить «Добрый день», 16.049, вот он, «Добрый день». Не знаю, что-то я его последний раз на сайте не смогла найти, и он был в распродаже, остатки сладкие. Не знаю, зачем забирать продукт, который людям нравится. Но вот мне он очень нравится. Ну ладно, бог с ним. Может быть, перевыпуск какой-то будет, да, может, я ругаюсь, тут сижу. Далее, хлорелла спирулина, 157-57, пьет моя младшая дочка в обязательном порядке. Почему она вообще в обязательном? Потому что у нас из-за диагноза аутизм она очень избирательна в еде, и она может одни макароны и борщ кушать круглосуточно. И если, например, в борщ попала там петрушка, не дай бог, укроп, она уже все, борщ замаран, есть не будет. То есть, вот представляете, да? То есть, вот у аутистов что-то есть такое, что вот они очень сильно избирательны в еде. А мы уже к этому привыкли, нам уже 11-й год пошел. И я вам могу сказать, что вот хлорелла спирулина нас спасает, потому что зелень надо кушать. Организму нужна зелень, но они ее не хотят. Я не знаю почему. Поэтому мы вот ей дробим и через шприц из-под нурофена, вот раздробленный, да, вот так вших ей в рот, и она сразу же запивает. Вот тогда ребенок получает зелень. Ну что делать? Хотя бы так. Также мы можем намолоть там, например, шпинат, рукколу, ну вот все, что бывает в огороде, огород заканчивается, мы покупаем в магазине, мы можем, представляете, что мы делаем? Мы можем намолоть капусты, там рукколы, шпината, все это, да, мелко-мелко, и также через шприц ей даем, чтобы уж зелень, она нужна, ее нужно кушать. Дальше, любимый чай мужа, 157-15, он прям обожает его. Ну это у нас, уже не помню кто,
Кто кашлял, не помню. Артикул 156-69. Бронха. И гидрейн – это очищение. Вот знаете, когда мой врач как говорит, если там ребенок или взрослый заболел, в первую очередь нужно обязательно почистить кишечник. И человек уже может не разболеться на БАДах и на чаях. Не обязательно пить химию из аптеки. Можно заварить пару пакетиков такого чая. С утра по-хорошему, да, сходить, ну, чтобы вызвать отличную перистальтику кишечника. Да, с утра ходит в туалет человек после того, как на ночь выпьет. И уже может не разболеться. Это, в принципе, очень хорошо. Тоже вам лайфхак такой. Дальше кетчуп. У нас, кстати, с вами новый кетчуп скоро будет. Не знаю, есть этот в наличии или нет. 160-50. Но я как увидела, что он есть, я заказала. Вы не поверите. Я заказала 15 штук и убрала вниз холодильника. Что там с ним в холодильнике будет? Его хранят вообще в тепле. Далее псилиум, шелуха подорожника. На нем мы печем классные булочки. Артикул 157-64. Ну все, мои дорогие, длиннющий обзор. С вами была Клонова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.